вами нашого наступного героя. Ми так само довгий час милувалися у наших чартах, і саме він став першим футболістом, який отримав від нас нагороду. Це Руслан Родан, який сьогодні святкує свій день народження. Ми його вітаємо. Сьогодні йому виповнилося 36 років. І напередодні з Русланом зустрічався наш Володимир Звєров, і вони поговорили про футбол. Є таке поняття, як біологічний вік. Наскільки себе відчуваєте, на який вік? Ну, в принципі, чувствую нормально себя, да, на какой возраст, не задумывался над этим, да, какой, насколько там, вот. Хочется еще быть полезным в футболе, и есть силы, и мотивация, вот. Ну, я думаю, что в любом случае время покажет, вот, потому что понятно, что время идет, и многие, да, я там сам себе не задаю этот вопрос, но мне уже там встречаешь многие вопросы, а сколько еще, сколько еще? А, да, оно это дразнит, говорю, ну, говорю, как только, так сразу, не переживайте. Ну, Назаренко, это ваш друг Сергей, який так само здавав натуродиплом, він не дразнить, потому что він уже закінчив. Он уже с позиции тренера, он мне пихает, я его должен слушать, так что... Сергей, он уже привилегии чувствует, он меня гоняет, говорит... Тут уже все, тут ничего же нет. Сергей Юрьевич решает сейчас, говорит, встань, присядь. Часто со всеми переписываемся, и он, и Сережа Назаренко, и ребята, и друзья приезжают, и Андрей Рус, мы созваниваемся. У меня, наверное, дефицит общения там, да, потому что, ну, в принципе, там только есть Эдик, есть Ян, Дани, вот, ну и, понятно, родные мои дети. Вот, а так со всеми хочется узнавать новости, и каждый день с кем-то на связи, кто-то что-то рассказывает за Украину, вот, и мне интересно, потому что я в общем, в курсе все, что происходит, особенно в украинском футболе. Вы могли пройти в Зорю, а зараз Зоря на, ну, приблизно ту саму позицию по тим функціям взяла Андрієвського. Прекрасний футболіст, який уже доріс до виклику національну збірну. Ви стежите за прогресом Зорі, за тим, як ця команда зараз грає? Послушайте, Зоря... Последние годы она, да, сколько, года, наверное, 4, если не больше 5, она лидер чемпионата Украины, она борется за медали. И тренер Вернидуб мне очень импонирует, он действительно очень хорош. Мне, когда была возможность с ним поработать, я согласился только из-за того, что там Вернидуб. Вот. Но потом просто, да, решение другое, я чуть принял, то, что у меня за Днепр больно стало, мне просто не хотелось, мне хотелось уже втекти, да, отсюда куда-то подальше, потому что так, вот такая ситуация, да, произошла. Много сейчас вопросов в Чехии, ребята, что за команда? Да эта команда, говорю, Днепр ее не мог обыграть, много-много лет, говорю, вот, но они смеются. Багато чого не подобається вболівальникам збірної. Ваша капітанська думка, уже після того, як пройшов час, чому ми все-таки не вийшли на чемпіонат світу? Тяжело, да. Наверное, все-таки, вы знаете, хочется начать с того, что, ну, сборная в игровом плане выросла однозначно. То есть, наверное, вот это время, да, там год, да, прошел, это, наверное, этот фундамент заложен. Я уверен, что вот следующее, да, вот отборочный цикл, следующий, это будет, не хочу там говорить, что там 100%, да, там оценивать, но я просто вижу потенциал сборная. Вы можете как сборники вырасти? Ну, я думаю, прежде всего в тактическом плане, в построении игры, то есть команда знает, что, чего она хочет, однозначно, когда, то есть игра даже, я смотрю, это видно и по тренировкам, и по играм, что действительно это игра, пас, создаются моменты, да, другое дело, что реализации где-то, да, и везения не хватало, да, я думаю, будь поудачливым мы в этой части, да, то совсем бы было все по-другому, там, ну, я даже, возьмите игру последнюю, да, с хорватами, ну, после первого тайма, я не знаю, я зашел в развивалку, но думал, что сейчас после перерыва мы там набьем им, ну, 2 точно, вот, ну, получилось наоборот. Забили они быстрый гол, и все расклеилось, и все. То есть, да, где-то мы психологически нестойкими были. Не смогли мы перебороть его, да, вот тот гол, который там сразу получили. Багато хто говорить, що от катання м'яча – це не наша гра.
і ми не зможемо нашими ресурсами, збірна України не зможе нашими ресурсами. Ну, ви знаєте, я з не соглашусь. Понятно, що ну, много завжди, коли нету да, результату, много виходить на арену силачей, які розбираються в футболі і говорять, що от там. Що ж ми грали, то ж не так, треба було так. Я вважаю, що головний фундамент – це контролювати гру і постійно бути на м'ячі. З такою групою атаки, як у нас, ми можемо і швидкі атаки проводити, і забивати швидкі голи. Треба тільки нападаючи. Ну, ви бачите, дійсно, зараз з'явилася така, ну, така ситуація сложилась, да, то травмовані ребята, то ні форма, то не грають, то нету ігрової практики, да, і, ну, це проблема, да, от якраз той останній удар, який рішаючий, наверное, дійсно на сьогоднішній день це і проблема. Хоча у нас є нападаючі, у нас є однозначно ребята, які вміють забити. Просто видите, ситуація так сложилась. Либо їх в клубах не ставлять, либо вони не грають, либо там другі якісь причини. А так, ви знаєте, я в зборна, я бачу потенціал. Я уверен, що наступний цикл це буде определяющий вже конкретно, тобто команда должна, як я вижу, вийти.